И еще один праздничный подарок. Выпускница эстрадно-симфонического оркестра, выпускница Киевской консерватории имени Чайковского, очаровательная Анна Скляр. Sono solo, soli ho l'orizzonte, mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce, luna, stanza, quando manca il sole. Sì, non ci sei tu con me su. Le finestre mostrai tutto il mio cuore che ha acceso, chiudi. Dentro me la luce che ha incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto. Ну а сейчас на сцене выпускник вокально-инструментального ансамбля «Юность», легенда российской сцены, звезда Мариинского театра, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Самсонов. Пусть меня так зовут, и не может.
лица, дождем душистым на манеж летят букеты, но номер кончен и гаснет свет, и никого со мною рядом нет. Владимир Самсонов, выпускник Севастопольского дворца детского и юношеского творчества. Гордость России и Севастополя. Я не мог приехать с пустыми руками, когда мой родной дворец празднует такой прекрасный, замечательный, светлый праздник. И я привез от лица Мариинского театра, которому я сказал, что я сейчас уезжаю, взял отпуск за свой счет, что я еду на 90-летие Дворца пионеров города-героя Севастополя, гордости России. И я хочу подарить дворцу нашему в лице Бориса Алексеевича дирижерскую палочку из Мариинского театра. Это от Мариинского театра. А от меня лично я хочу его наградить орденом лучшему учителю с благодарностью. На снегу. Дорогу.
только топот, копыт, только топот, копыт, только песня легко мне в щеке. Петербург, Севастополь! Ай-ай-ай!
пропело. Словно пар мою любовь замело. Дисковол в снегу так быстро увяз. Танцплощадки под снежком снится вас. И как будто позабыл я про все. Только черт наводит снова колесо. Колесо, колесо. И летит твое. Самсонов.
и эстрадно-симфонический оркестр Севастопольского дворца детского и юношеского творчества. Художественный руководитель Ярина Погонец. Уважаемые сотрудники Севастопольского дворца детского и юношеского творчества, от имени Главного управления МЧС России по городу Севастополю сердечно поздравляем вас с 90-летием со дня основания учреждения. Пусть в стенах вашего здания всегда звенят голоса, а вас переполняет чувство счастья и гордости за своих воспитанников. От всей души желаем вам успехов, оптимизма, творческих идей, вдохновения, благополучия и всего самого доброго. Следственное управление по городу Севастополю и наш подшефный детский дом от всей души поздравляем сотрудников и воспитанников учреждения с юбилеем. Детский дом, наши воспитанники, администрация тоже поздравляют с большим юбилеем, с праздником. И мы желаем долголетия и здоровья. Поздравляем! 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 От коллектива прокуратуры города Севастополя поздравляю ребят и педагогический коллектив Дворца детского и юношеского творчества со знаменательной датой – 90-летием. Благодаря высоким профессиональным качествам педагогов во Дворце детского и юношеского творчества создана особая атмосфера, где каждый ребенок может найти применение своим способностям и почувствовать себя талантливым. Искренне желаю всем добра, здоровья, оптимизма и успеха во всех начинаниях. Хочется поздравить в этот юбилейный год, 90-летие Дворца детства и юности, весь коллектив творческий, всех преподавателей, там директора Александра Васильевича с этим прекрасным праздником. И хочется пожелать им только творческих успехов. И хотелось бы, чтобы милость Божия всегда была с этим коллективом. Дай Бог им всем счастья, благополучия, и чтобы Господь всегда сохранял своей любовью этот коллектив и всех тех, кто там трудится и работают. Ну и учится. Вот у моря теремок, он и чуден, и высок. Мышка мимо пробегала, теремок тот увидала. Забежала, поглядела, и тот час взялась за дело. Петь, плясать и вышивать, и гостей всех подшитать. Вот ква! Лягушка прискакала, засучила рукава, рукодельницей стала, мастерицей хоть куда. Заяц! Мастер всем известный, стал пилить, чинить, строгать. В общем, дело завертелось, никого не надо звать. Волк, лиса, медведь, ну, словом, дело каждому нашлось. Мастера ведь здесь на славу, что посеешь, то пожнешь. Все пришли. Нет-нет, прибежали в этот чудо-теремок. Мы вам сказку рассказали? Сказка ложь, да в ней намек. Чуден, строен и прекрасен, расцветает и с каждым днем. С юбилеем поздравляем и всегда вас в гости ждем. На встрече 90-летию во дворце был объявлен конкурс на лучшее творение о дворце. Вот и результат. Да здравствует славный дворец, друзей и талантов творец. Мы очень гордимся тобой, ты нашу ставишь судьбой. Плещут волны, чайки кричат, вдали корабли проплывают. На берегу дивный замок стоит, там детский смех не смолкает. Над волнами вознесся наш храм, принося много радости нам. С моря мчатся к нему ветра, с берегов как прибой детвора. Каждое утро лишь солнце встает, замок врата открывает. Что же за замок и кто в нем живет? Все в нашем городе знают. Менялся и адрес, менялось название, но цель оставалась всегда постоянно. Он словно заботливый, добрый отец, верил, что каждый ребенок творец. Снова и снова спешит детвора мир окунуться тепла и добра, и научиться здесь петь и творить, и танцевать, и артистами быть. Пуанты, мольберты, и пряжка, и глинка, мелодии флейты, усмешки сатира, надежда, фантазия, старание, труд нас непременно к добру приведут. Ну, а сегодня особенный день. Празднуют здесь день рождения. Славный, прекрасный дворца юбилей. Шлем мы тебе поздравления. Вот охра с небес опустилась на крышу, и чайки кричат так, что
стало слышно. Дворец мой все краше и лучше с годами. Мы с ним навсегда обменялись сердцами. Да здравствует славный дворец, друзей и талантов творец. Мы очень гордимся тобой. Ты нашей станешь судьбой. Сквозь асфальт пробивается цветок, совсем маленький. Что дало ему силы пробиться, никто не знает. То ли щебня мало насыпали, то ли слой асфальта оказался тонким, то ли сил у цветка оказалось много. Наступи, и цветка не будет. Сорви на память, и все исчезнет. Но никто этого не делает, потому что ярко-оранжевый цветок с густыми зелеными листьями среди площади из серого асфальта – это красиво. Настолько красиво, что хочется сберечь. Стоп! А если кто-то все же наступит на цветок? Нечаянно наступит, он что, не понимает красоты? Нет, просто не заметил. Оглянись, человек, вокруг себя. Заметь цветок, обрати внимание на то, как красиво прыгает за воробьями кошка. Услышь мелодию в шуме дождя. Просто порадуйся всему тому красивому, гармоничному, живому. Несколько лирических строк – не случайность. В этом есть глубокий смысл. Остановиться в общем бешеном потоке, заметить, что в жизни есть что-то, что делает нас лучше, добрее. Это важно. Этому мы пытаемся научить наших детей. Мы – это педагоги Дворца детского и юношеского творчества города-героя Севастополя. Честен и по телу вся на свете. Это верные.
автор гимна, композитор Борис Алексеевич Миронов. Живи, Творец, твори и здравствуй во имя завтрашнего дня. Он будет, труд твой не напрасный, пусть хватит силы и огня. Пусть все знают наперед, праздник жив, жив и народ! Детского и юношеского творчества. Мы вас любим!